Добрый день, дорогие рукодельницы! Сегодня у нас будет короткий урок, и он будет посвящен вязанию маленьких листочков. Одинаково хорошо они смотрятся при вязании любой пряжи, поэтому я беру пряжу поярче и потолще, для того, чтобы было лучше видно. Для вязания нашего листочка следует набрать 10 воздушных петель. Теперь мы делаем одну петлю подъема. И в первую петельку нашей цепочки, петлю подъема пропускаем, мы провязываем столбик без накида. Вот сюда. В следующую петельку мы провязываем полустолбик с накидом. Дальше в каждую из петелек мы провязываем по одному столбику с одним накидом. 5 столбиков нам всего следует провязать. 1 столбик. 2 столбик. 3. 4. И 5. Следующий мы провязываем полустолбик с накидом. У нас в конце должно остаться 2 петельки нашей первоначальной цепочки. Мы провязываем каждую из петелек по одному столбику без накида. То есть мы должны провязать 2 столбика без накида. Мы закончили вязание половины нашего листочка. Нам нужно перейти и вязать другую половину с обратной стороны цепочки. Для перехода мы провязываем 2 воздушные петли. Поворачиваем, чтобы наша цепочка была вверху. И будем вязать за вторую полупетлю нашей первоначальной цепочки вяжем в обратную сторону. То есть мы провязываем 2 столбика без накида в 2 петельки. Подхватываем. Вот у нас должна остаться одна ниточка. И вот за нее мы и будем цеплять каждый раз наш столбик. Мы провязали 2 столбика без накида. Теперь мы вяжем полустолбик с накидом. 5 столбиков с одним накидом. Следующий вяжем полустолбик с накидом. И у нас еще предстоит провязать 1 столбик без накида. Вот сюда. Вот у нас последняя петелька. Вот сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Мы закончили наш листочек. Теперь мы провязываем, вот видите, где у нас было начало? Вот сюда мы провязываем соединительный столбик. Вводим крючок. Захватываем нитку. И сразу же ее вытягиваем. Все. Наш листочек готов. Снова вытягиваем ниточку. Вот в итоге у нас получается маленький, аккуратненький листок. Все гораздо проще,
если может показаться. Вот смотрите. У меня 3 разноцветных листочка. Одинаково хорошо смотрится и в любом цвете, и на разной пряже. Вот и все. Успехов вам в вязании. До новых встреч!